Одна из ярких инди-новинок, которые показывали на выставке, это игра Viewfinder или Видоискатель. Great, we're in. Time to explore. Он говорит, вот они, мы вошли, время исследовать. Мы можем просто посидеть на кресле, полюбоваться всем, что здесь происходит. Окей, давайте встанем. Так, боюсь, что это запах масла. Так, вот это у нас в процессе. Нету времени, типа настоящего. Ты можешь построить все. Даже ты можешь наоборот начать построить лабораторию. Мы умеем прыгать. Ура! Это хорошо. Прыжок. Можем и здесь посидеть. What is this place? I've never seen this picture. Whoa, you okay? Your vitals look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. Согласен. Всегда хорошая новость узнать, что падение не... Что падение вниз не наносит урона. Так, есть какие-то краски. А мы можем... Это забавно. То есть у нас уже есть перемотка. Может... Нет, этот мостик тоже сломается, да? What's an old photograph doing here? Ага. О, шоколадки. Нас явно строить, да? It's hard not to just sit here and take in the view. The breeze, the sunlight. It feels real, and that's enough for me. Ну, расслабились. Надо двигаться, у нас какая-то странная фотография. Можем куда-то прицелиться, потом ее отпустить. Whoa, 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 whoa. Did, hang on, did you just shift reality? A teleporter! Glad you made it in one piece. Eh? Okay. Что это такое? А, нужно питалово. Причем все три. Ладно. Надо ли мне ее сейчас забирать? It's almost working. Looks like we need one more. Тут абсолютно тихо и спокойно. Окей.
Окей, теперь мы знаем, что фотографии можно еще и вращать. Ну, даже одного хватает на этот раз. Окей. Follow the gray brick road. А, можно жать F, чтобы выровнять. Ну, не то чтобы совсем ровно получилось, но перейти можем. Уже неплохо. Maybe there's a surface you can use to climb up there. Beautiful as it is, carries so much weight. There is promise here. Promise of a future we can surely achieve. Even now, I'm striving to reach heights I never thought possible. All that I hope is that everything we do here continues to have meaning out there as well. For our sake, for Mirren's sake. Я работаю над серией картин, каждая из которых будет представлять каждого из нас. Это отличный способ документировать историю. Хирея довольно стеснялась этого, а Мирен вообще избегала разговоров. Я должен обратиться за поддержкой к Чилюну. Он обещал помочь, но только если я побью его в маджонге, что совершенно несправедливо. Надеюсь, с помощью милого котенка я смогу смошенничать. Иногда быть немножко хитрым, коварным — это нормально. Особенно, если это для общего блага. Люблю искусство. Ага, мы разрушили телепорт. Это нехорошо. Телепорт, но не надо разрушать. Давай ты как-нибудь. Вот так. Точно, если мы наводим на телепорт, то он уже заменяется фоновыми картинками.
Да ладно, дожди уже. Интересно, дадут ли нам... Не дадут нам утащить с собой карточку. Понятно. Жаль, жаль, жаль. Так, ну это у нас уже картина. Close your eyes. I don't know if I should. Is this payback for making you mix new soil compositions all day? Please, Hiraya, have you ever known me to be the vengeful sort? Okay, see you. Это прикольно. The colors. How long did this take you? Now that would be telling. Art should retain some mystery, no? Серьезно? A funny one. Not your usual style. You could say I was stretching my creative muscles. Ага, мы теперь пришли к новой механике. Господа, 5 фотографий, говорит. Ну, допустим. Да уж.
Но этот блок питания нам явно понадобится. Потом можем его как-нибудь сфотографировать. Вот. Так, например. Все, пойдем поищем, как бы нам его к нему добраться. А, можем подобрать картинки. Серьезно? Нет, это все серьезно. Так. Как это нам поможет? Не знаю, но давайте попробуем. Зачем? Надо поставить как-то так, чтобы можно было потом дотянуться. Хотя с другой стороны, нам же никто не мешает поставить его, например, как-нибудь вот так. Чё же так далеко-то получается? Все выпало вниз. А зачем нам эти блоки? Не знаю, но давайте попробуем. Не уверен, понадобится ли нам это для решения. Да куда ж ты прорываешь-то весь этот? Хотя... Окей. Теперь вопрос. А, ну... Прикольно. Ладно. Это максимально необычно, но... Забавно. Плохо. А чё же он в ту сторону упал? Не, ну для нас это, конечно, не проблема. Можем делать так. Но это максимально неизвестно. Впрочем. А, надо еще одну найти. Так это. Проблема? Мне кажется, нет. Мне нравится.
Очень красивая и милая игрушка. Трассу большим количеством и забавных решений. Пожалуй, так можно сказать. И с точки зрения стилистически, и с точки зрения вот самих головоломок, которые нам предстоят. Интересно даже будет посмотреть, как потом спидранеры могут бегать. А мы с вами смотрели демо-версию игры Viewfinder, или Видоискатель. Можно добавить ее в список желаемого в Steam. Ну а пока, большое спасибо за просмотр и увидимся.